Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Продовжуємо говорити в цей час на актуальні теми. Вже не перший тиждень говоримо про ймовірний переїзд Конституційного суду України до Одеси. Чи можливо це? Ну, навіщо потрібно це? Також ставимо питання, відповідаємо на це. Я радий вітати в нашій студії депутат міської ради, голова фракції Морської партії Сергія Ківалова, Світлана Василенко. Добрий вечір, пані Світлана. Політичний експерт, директор Центру розвитку демократії Ігор Назаренко. Вітаю, пане Ігоре. Звідувач кафедри конституційного права Одеської академії Дмитро Трилецький. Пан Дмитро, теж вітаю вас. Отже, ми продовжуємо говорити про цю небояку тему, непересічну тему. Пані Світлана, наскільки я розумію, ця ідея зародилась на засіданні фракції Української морської партії, а можливо і раніше. Чому вона з'явилася? Добрый день еще раз. На самом деле хочется сказать, что действительно этот вопрос был поднят на заседании фракции Украинской морской партии. Накануне лидер нашей партии разговаривал с главой Конституционного суда и обсуждали также этот вопрос. На самом деле в Киеве начала витать тема, да, там, раскрывая карты, в Киеве начала витать тема о возможности переезда, переноса Конституционного суда в другой регион. И наша фракция обратилась к Одесскому городскому совету и выступила с инициативой, чтобы наш город радушно распахнул свои двери, предложил, чтобы Конституционный суд располагался именно в Одессе. Мы убеждены, что в Одессе лучшая правовая школа. Мы убеждены, что перенос Конституционного суда – это новые инфраструктурные возможности для нашего региона. И хочется сказать спасибо коллегам, потому что данную инициативу, важность этого проекта поддержали все фракции в Одесском городском совете. Если вы помните эту сессию, это уже было голосование фактически в начале 9 вечера. Сижевик, кто залышился в зале. На самом деле, да, уже ни один депутатский запрос не проходил, решения не принимались, потому что попросту в зале не было людей. И то, что необходимое количество голосов нашлось именно на этом важном вопросе, я благодарна своим коллегам, потому что ну, все мы понимаем важность этого проекта. На самом деле, да, можно много дискутировать. Безусловно, наша фракция, наша партия понимает огромное количество проблем, которые существуют и какие первоочередные. Но я еще раз подчеркиваю, что это европейская тенденция, это возможности, новые возможности децентрализации. И вот Одесса ну, не первый город, но точно и не второй. Поэтому мы точно южная столица, мы абсолютно точно столица юмора, столица фестиваля. И то, что мы должны быть правовой столицей, об этом единогласно заявил Одесский городской совет и предложил, підтримав це рішення. Поддержал это решение. Дякую, пані Світлано, за змістовну відповідь. Пане Ігоре, чи є така політична практика існування таких інститутів поза, ну, за межами столиці? Ну, в принципе, как вам сказать, политическая практика конституционных судов возникла относительно недавно. Первый конституционный суд возник в Австрии всего-то навсего в 20-м году прошлого столетия. А, собственно говоря, практика введения конституционных судов начала свое, так сказать, шествие по миру только после Второй мировой войны. То есть вообще явление конституционного суда – это довольно свежая практика. Вот. И, так сказать, везде по-разному. А что касательно нашего опыта, украинского опыта, то еще в 70-х годах у нас планировалось еще при советской власти, это был не конституционный суд, был некий орган по надзору за Конституцией, который, собственно говоря, так и не вошел в Конституцию Украинской ССР, а просуществовал достаточно долго в качестве, как бы вот, ну, на уровне административного органа, не закрепленного конституционно. Что касательно возможности нахождения в других регионах, ну, вот, на мой личный взгляд, вот, как мне кажется, Киев очень, как это сказать, плохо справляется с функциями столицы.
Вот то, что мы видим последние годы, я не знаю, может быть, у нас просто нет другого опыта, но был опыт переноса столицы в Харьков, да, вы помните, у нас была столица в Харькове одно время, вот, и если, скажем, какие некие столичные функции перейдут в Одессу, то я думаю, ну, для страны от этого хуже не будет. Может быть, надо попробовать перенести Конституционный суд, и он наконец-то начнет работать, кстати, потому что у нас много вопросов относительно того, что тот же Киев понапринимал огромное количество законов, которые, в принципе, рабочий Конституционный суд должен был отменить на завтра. Это, например, закон о языке, к примеру, закон об образовании, закон о квотах на телевидении языковых. Это все антиконституционные, так сказать, требования, которые, ну, не должны быть, а они уже который год. На самом деле, мне очень нравится тезис Игоря, и я бы хотела его развить, о переносе столицы в Одессу. Да, на самом деле, как бы мы шаг за шагом движемся к этой светлой цели. Вы видите, я думаю, что сегодня в этой студии, я думаю, мы заявим, можете даже сделать такой интерактив, как одесситы отреагируют о переносе столицы в Одессу. Я считаю, что это прекрасная инициатива. Дякую, панове. Дмитро, які законні механізми взагалі є для того, щоб перенести такий величезний інститут, так, державний, в інше місце, не в столицю? Що потрібно? Тут потрібно сказати, що це передусім суто політичне рішення. Хочу розповісти, напевно, тим глядачам, які не знають, що передусім така ініціатива з'явилася як певна відповідь на ініціативу фракції «Слуга народу», яка зареєструвала, власне, законопроєкт. Він став досить відомий саме через таку ідею перенесення Конституційного суду до міста Харків. Це, власне, відбулося декілька місяців тому. Цей законопроєкт 3300, він наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді України. Мені видається правильним поставити питання в такому контексті, якщо з'явилася така ідея, це політичне рішення, і це один з перших кроків нібито підвищення ефективності Конституційного суду, мені видається абсолютно нормальним нагадати, що Україна – це багата на вчених країна, багата в цілому країна на розумних людей. В Україні декілька центрів юридичної освіти. Нагадаю, що, власне, юридична освіта в місті Одесі, її можна обраховувати ще з Рішлієвського ліцею. Це ми можемо сказати, ну це який? 1817 рік. Можна пригадати іншу дату важливу, як на мене. Ось буквально там 2021 року будемо святкувати, маю таку надію, 205 років запровадження, власне, університетської освіти в місті Одесі. Це, власне, буде обраховуватися з моменту запровадження Новоросійського університету. Можна згадати про дуже багаті, насправді, традиції, які були на початку ХХ століття в Новоросійському університеті, які стосувалися, власне, викладання такого державницького напрямку, дослідження тих проблем. Тому мені видається абсолютно коректно в такому контексті, який було започатковано, власне, політичним законодавчим органом, який є загальнопредставницьким, я маю на увазі Верховну Раду, така ініціатива була озвучена офіційно. До речі, наскільки я можу судити за офіційними публікаціями і виступами, зокрема, представника президента України у Конституційному суді, він висловився в тому аспекті, що президент Зеленський підтримує ідею перенесення до міста Харкова. Мені видається абсолютно коректним нагадати, що в нас є Львів, у нас є Чернівці, є Ужгород, є Одеса, які понад 150 років власне і функціонує, юридична освіта функціонує на, мені видається, досить прийнятному європейському рівні. І нам є чим пишатися, у нас багаті традиції юридичні і, зокрема, освітянські традиції. Дякую, Дмитро. Пані Числана, питання переїзду – це не лише там функції, да, передаються, береться якась там будівля, там всі функції, а люди, спеціалісти, судді, з ними як діалог будувати? На самом деле, из 18 членов Конституционного суда, 12 тем или иным образом связаны с Одессой. Поэтому, на самом деле, наша такая инициатива и поддержка, я бы сказала, что она идет в двух направлениях, потому что мы понимаем судей, что они действительно хотят жить в Одессе и работать в Одессе, поэтому коллектив воспринимает данную инициативу просто на ура. Поэтому я знаю, что и после сессии городского совета лидер партии разговаривал с председателем Конституционного суда,
рассказала о такой инициативе, поэтому я знаю абсолютно точно, что коллектив Конституционного суда точно хочет располагаться и работать в Одессе. Сейчас действительно я соглашусь, что это такое политическое решение, поэтому ну, я считаю, что у нас есть все основания для того, чтобы побороться, чтобы Конституционный суд находился именно у нас. Якщо ми говоримо про Конституційний суд, я ставлю питання до вас, Ігоре. Ви кажете, що Київ не досить там вдало справляється з функціями столиці, а є інші державні інститути, можливо, так розподілити між іншими містами? Ну, смотри, розвантажити Київ. Ну, смотри, ми Одеса вже сьогодні воєнно-морська столиця країни. Одеса вже от можно сказать, с месяца на месяц станет морской гражданской столицей, когда суда перенесут окончательно, уже вроде бы решен вопрос в Киеве, портовой администрации. То есть, получается, мы и военно-морская, и морская столица. То есть, ну, по факту, да? Столица юмора, ну, никто не будет, может быть, даже мировая столица юмора. Вот, поэтому, так сказать, действительно, по регионам мы можем разнести, скажем, разгрузить Киев. Ну, понимаете, проблема в Киеве заключается в том, вот, на мой взгляд, вот чисто, так сказать, личный, да, я могу ошибаться, может быть, меня надо критиковать, но я считаю, что Киев сильно заполитизировался, и он, скажем так, вот пошел в какой-то такой вот крен, какой-то вот националистический. Я бы, например, рекомендовал бы руководителям страны понимать нацию как гражданскую нацию. И, наверное, в 21 веке разумно говорить о нации граждан, а не о нации, состоящей из некой национальности. Тем более, а как мы будем проверять эту национальность? А как мы будем разбираться с идентичностью? А как мы будем, что мы уже будем циркулями измерять черепа, как Гитлер? Ну куда мы придем с этим? То есть это все тупиковый путь. Нам необходимо двигаться в расширение гражданских прав. И Конституционный суд как раз является тем местом, где принято на, вот ученые не даст соврать, системно, что принимаются решения, которые должны расширять гражданские права, а не их сужать. Потому что власть, она норовит гражданские права всегда сузить. Ну так легче командовать. Так легче управлять. А Конституционный суд движется в плане расширения гражданских норм. И Одесса, как город, в котором всегда гражданские свободы, и свободы вообще, и гражданские в частности, всегда очень ценились. Это свободный город. Поэтому я здесь не вижу никакого противоречия. Отже, ми, пане Дмитро, питання до вас. Повертаємося до самих механізмів. А за ким останнє слово? Хто приймає рішення? Верховна Рада України. Верховна Рада. Тобто питання виноситься, як це? Ну, власне, ініціатива вже озвучена, зареєстрований законопроект. Законопроектом, про який я сьогодні вже казав, передбачено, наскільки мені відомо, змін не відбулося. Поки що основний варіант місто Харків. І більше того, наголошує на тому, що це розглядається і, ну, скажімо так, наголошується, що важливо ось, як ви кажете, розвантажити столицю. І власне представники монобільшості, як прийнято зараз казати, кажуть, що ось це вдалий шлях вирішення проблеми, якраз, як вони кажуть, зайвої політизації Конституційного суду. І повертаючись до вашого питання, Верховна Рада України як законодавчий орган, власне, може шляхом внесення змін до закону про Конституційний суд змінити його місце знаходження. Це, звісно, потребуватиме відповідно певних фінансових витрат, пов'язаних з тим, аби перенести і відтворити, скажімо так, забезпечити інфраструктуру необхідну для функціонування Конституційного суду. Проте останнє і єдине слово в цьому аспекті за нашим українським парламентом. Проте, знову ж таки, повертаючись до цієї ідеї, загалом мені видається ось наголосити, що потрібно чути різні регіони, різні школи юридичні. Я знаю, що це питання жваво, принаймні, обговорюється юридичною спільнотою, і тому абсолютно коректно звернути увагу, що є, окрім Харкова, де, нагадаю, до речі, і так вже сконцентровано досить багато таких центрів впливу юридичних. Зокрема, там, якщо мені не зраджує пам'ять, розташована президія Національної академії правових наук. Тому чому б ні? Львів так само
А скільки часу місто? Потрібно, щоб зі столиці перенести в інше місто? Ну, скільки це рік може відбуватися, може менше, може більше, якщо приймається це рішення? Ви знаєте, наразі не можу вам відповісти з тієї простої причини, що в той законопроєкт, який я принаймні читав, і ту пояснювальну записку, яку я читав, там ці питання, власне, не вирішені, не пояснені, скільки це буде тривати. Скільки це насправді може тривати, я думаю, що, звісно, це не рік. Мене, як, ну, скажімо так, громадянина України, значно більше цікавить, чи завадить це, власне, Конституційному суду здійснювати провадження у справах, і чи буде це проблема якось вирішена. Отже, ми почули, що є Харків, є інші регіони. Пані Світлано, міська рада виступила, далі справа за депутатами. І тут ми повертаємось на рік, може, назад, коли ми ставили завжди питання, а чи буде лобі Одеси в парламенті України? Я ставив тоді питання, чи буде, зараз ставлю питання і до вас, і до пана Ігоря, чи є воно зараз? Хто це рішення міської ради буде штовхати? Да, тянуть за уши. На самом деле, вопрос, да, достаточно больной. Все, я так понимаю, что одесситы понимают, что если раньше мы видели, понимали, что есть адекватное лобби в Киеве, да, есть понятные люди, народные депутаты, которые, я сейчас говорю, на самом деле, не только о лидере нашей партии, ну, безусловно, о нем в том числе, но это были понятные люди, которые действительно отстаивали интересы Одессы. Сегодня, к сожалению, вот как по мне, утеряна связь между людьми, громадой, депутатами разных уровней между собой. На самом деле, я лично инициировала раз-другой встречу с народным депутатом по Приморскому району, говорю, давайте встретимся, пообщаемся, познакомимся, на самом деле расскажем что-то друг другу. Мы нормальные люди, мы готовы к взаимодействию, нам нужно финансирование, государственное финансирование. На самом деле народный депутат, да, и представитель того региона, это первый лоббист вопросов, да, района, города, от которого он избран. Поэтому, ну вот, мне очень жалко, что, ну, мы, наверное, ошиблись. Вот я могу сказать, что мы, наверное, ошиблись, выбирая, ну, я могу сказать там за себя, да, выбирая где-то новые лица и поверив в мечту. Но вот, к сожалению, спустя год власти в целом новой команды, мы понимаем, что мечта не реализовывается, а, да, слова остаются просто словами. И еще хочу сказать, на самом деле, вот Игорь поднял тему, но хотела начать с этого эфира, но так немножко в середине, немножко смешано, но ничего страшного. Сегодня вы начали говорить о море, о морских портах, о переносе морской администрации. Сегодня День моряка. И я, как руководитель городской организации Украинской морской партии, не могу не поздравить всех моряков с этим праздником, потому что Одесса, ну, сегодня, благодаря, вопреки печальным событиям, безусловно, морская столица, дислокация военно-морского флота, переезд, передислокация, да, это все темы, на которые можно развивать отдельную историю. Но, тем не менее, я хочу поздравить с этим праздником все. Потому что фактически каждая одесская семья, у каждой одесской семьи, я не знаю, сын, внук, отец связаны с морем. Я очень хочу, чтобы наше государство ценило эту профессию. Я очень хочу, чтобы наше государство ценило моряков, потому что это действительно абсолютно нелегкий труд. Поэтому от имени всей Украинской морской партии Сергея Кивалова я хочу поздравить всех одесситов с праздником. Сегодня мы отмечаем День моряка. Дякую, пані Світлано, приєднуюся до привітань. Все ж таки, хотілося б ще і поставити питання, як політичному експерту. Є рішення міськради, так, щодо ініціативи переїзду суду до Одеси. Пан Дмитро каже, що так, є закон про Харків, але є інші регіони, в тому числі Одеса. Але чи є голос Одеси, Верховній Раді, щоб це рішення міськради приніс там на стіл там пану Разумкову, комітетам, щоб показати, ось є не тільки Харків, не тільки Львів, а й Одеса? Ну, с лоббизмом Одессы всегда было сложно. И наши лучшие депутаты, которые были, за которых мы, так сказать, за которых нам не стыдно, всегда говорили, что им тяжело. Как-то так получалось, что вроде бы выходцев с нашего региона по количеству человек хватало. Но вот тех, кто представлял город, и мы этих людей знаем, можем, так сказать, на пальцах одной руки,
пересчитать, вот эти люди как бы вот в основном на себе это и тянули. Все остальные депутаты с Одесского региона как-то вот ну, собирались тяжело в группу, да? А депутатах других регионов там была другая ситуация. У них как-то вот, вот с этим сложно. Вот мы помним Сергея Кивалова, да, который ну, просто был мастодонтом, да, в этом вопросе, то есть действительно поднимал огромнейшее количество вопросов. И я отслеживал, как директор Института развития демократии, мы отсматривали эффективность работы депутата. Я вам хочу сказать, что очень много вопросов, которые поднимались Сергеем Васильевичем, они были решены положительно. Несмотря на то, что мы наблюдали, что борьба была тяжелая, и власти были разные, и отношения было разные и к региону, и к Сергею Васильевичу, его разное положение было в стране, и тем не менее он добивал, додавливал благодаря чему? Благодаря чему? Прежде всего своей системности. То есть это человек, который, ну, скажем, ну, не из пиццерии, там, не, так сказать, не свадебный фотограф, да, то есть это человек, который на протяжении, так сказать, большого жизненного пути что-то строил, что-то создавал. А когда ты что-то создаешь, ты должен это планировать. Когда ты планируешь, у тебя такое явление есть тайм-менеджмент. Ты должен отслеживать свои решения, как они, так сказать, воплощаются, корректировать свои решения, если они где-то не проходят. То есть на самом деле это вырабатывание личных навыков. И это я к тому так долго рассказываю на примере этого человека, потому что это легко. Тут как бы все на виду. Что этот человек... Вот такие люди или подобные люди, которые смогли в своей жизни что-то создать, у которых есть какой-то бэкграунд, мы можем видеть, что за ними стоят какие-то трудовые коллективы, какие-то созданные им системы, да? Эти люди не могут не быть несистемными, понимаете? Вот на кого нам надо ориентироваться, когда мы будем делать вновь выбор, а мы его, может быть, будем делать даже весной следующего года. Очень такая. Да, 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 это рада будет короткая. Вот попомните мое слово. Значит, соответственно, как бы системные люди, нам нужны системные люди. Системные люди находят друг друга, и они договариваются, действуют системно, и из них создается лобби. Поэтому огромное количество, скажем, ну, достаточное количество представителей Одесского региона, которые не являются системными, они, так сказать, могут сбиться только в стадо. Понимаете, там рабочей группы не получится. Вот извините за, так сказать, такие... грубе сравнення. Ну, отже, дякую за таку змістовну розмову, за таку дискусію. Будемо стежити обов'язково за цією темою. Так, пані Слена. Ну, на самом деле, я все-таки еще раз хочу сакцентировать и подчеркнуть, что финансовые нагрузки в связи с переездом Конституционного суда на городской бюджет не будет. Да, миски, это финансирование идет вертикаль государственного бюджета. Я все-таки хочу подчеркнуть, что это новые инфраструктурные возможности для нашего города. И я также хочу поздравить всех нас и поздравить одесситов, потому что буквально через несколько дней мы будем праздновать День Конституции. Наша Конституция, на самом деле, могу смело сказать, одна из лучших Конституций в мире. Другой вопрос, что наши парламентарии и наше правительство наплевательски относятся к основному закону, но все же я хочу поздравить всех нас с Днем Конституции и пожелать всем правителям и управителям мудрости, а всем нам, наверное, мира и здоровья. Дякую. Будемо все одно стежити за цією темою. Запрошую за кілька тижнів, щоб звірити годинники, як просувається справа. Світлана, Ігор, Дмитро, рада був в розмові. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей.